Всем привет! Довольно часто у новых пользователей Яндекс.Браузера возникают вопросы. Как зайти в настройки Яндекс.Браузера? Не могу зайти в настройки Яндекс.Браузера. На самом деле все очень просто. Все настройки, загрузки, дополнения спрятаны под одной кнопкой со стрелочкой. По ее виду сразу понимаешь, что это загруженные файлы, но не сразу догадываешься, что там есть настройки самого браузера. Нажимаем на эту кнопку. Выбираем вкладку «Дополнения» и пункт «Настройка браузера». Также в настройки можно зайти при создании новой вкладки. Нажимаем на плюсик. Добавление новой вкладки. Находим пункт «Дополнения» и выбираем «Настройки браузера». Вот мы перешли ко всем основным настройкам Яндекс.Браузера. Здесь, как и в большинстве браузеров, настройки, с чего начать, то есть что загружать при старте Яндекс.Браузера, настройки внешнего вида, показывать панель закладок, настройка поиска, настройка синхронизации, уведомлений, профилей пользователей, установка браузера по умолчанию. Также настройки использования режима Turbo. В конце имеется кнопка «Дополнительные настройки». Кто ранее работал с Google Chrome, тот заметит поразительное сходство настроек. Но не только настроек. У меня после установки Яндекс.Браузер затянул все закладки и куки из Google Chrome. Даже если я сменяю пользователя в Яндекс.Браузере, например, на YouTube, то он также меняется и в Google Chrome. Похоже, что Яндекс.Браузер сделан на базе Google Chrome. Но не просто на базе, а как будто бы связан с ним. Некоторые дополнения тоже перешли с Google Chrome в Яндекс.Браузер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Пока!